Здравия желаю. Много было вопросов по моторам. Вот мотор, значит. Это я нашел на свалке, машинку выкинули стиральную. Открутил оттуда. Вот здесь, значит, у нас 6 проводов выходит. Вот. Как подключить? Ищем пары. Я уже нашел. Я вам покажу, кто не в курсе. Ставим вот на омы 200 Ом и прозваниваем. Значит, прозвонили. Вот это показывает один, так. Один из шесть. Это по ходу со счеток или с катушек. Сейчас посмотрим вторые. А это показывает 6. То есть это вот щетки, сопротивление выше у них 6. Это вот щетки. Ой, щетки, катушки, вот щетки. Ну вот прозвонили, а дальше, видите, если нам надо, значит, соединять для того, чтобы мотор двигался, ну как мотор, мы вот это вот берем, значит, один со щеток, второй с катушек. И соединяем последовательно вот так. Так вот. И пробуем. Пробовать лучше, вот я пробую на 12. Сразу не включайте на 220, потому что мотор с помойки может там и взорваться, загореться. А чтобы было безопасно, вот и включаю, я беру на 12 вольт выпрямитель и пробую. Подключаем одну сюда. То есть последовательно соединяем. Тут вот две, значит, с катушек и две со щеток. Соединяем последовательно, а потом вот так вот. Так. Включаем сеть. Включаем сеть. Вот мотор, как видите, заработал. А теперь надо узнать. Теперь на бирке нету мощности. Как узнать мощность? Замеряем вот провод. Вот тут вот. И смотрим. Видите. 0,06. 0,7, 0,6. Ну где-то, в общем, 0,7. 0,7. Как известно, напряжение в сети 230. Даже не будем мерить там, потому что плюс-минус, значит, 0,07 помножаем на 230. 16 ватт. 16 ватт потребления. Так. Но на холостом ходу. Нам известно, что на холостом ходу потребляет, значит, всего 40%. Это значит, мы 16, 60, значит, полное еще 60% надо прибавить. 16 разделим, значит, на 100, получаем 0,11 и помножим на 60. 9,66 и плюс 16. Получаем 26 ватт мощность, значит, на 12 вольтах. А у нас, значит, у нас 220, 230 полная. 230 делим на 12, получаем 19. И теперь, значит, 26
26 умножаем на 19, 166, и получаем 411. В общем, мотор 500 ватт. То есть определили, это мотор на 500 ватт. Дальше выключаем. А если вам надо его использовать, как я использую, как генератор, тогда по-другому. Это отключаем. Тогда, значит, его куда-то прикрепляем валами или как, ну это, или там через ремень, как хотите. И вот берем, значит, вот на катушке, подаем 12 вольт. Вот так. Сюда вот, допустим, вот с этого выпрямителя. Подаем 12 вольт. И тогда отсюда выйдет напряжение. Напряжение выйдет такое, какая скорость вращения. Если полная скорость, выйдет больше 230. При нагрузке 230 будет. При нагрузке 500. 230 будет. А если вы хотите и мощность на катушку 12-15 ватт. От батарейки или от выпрямителя, как хотите. Вот. Далее. А если вы хотите, значит, получить переменный ток, тогда вот на катушку подавайте не 12 вольт, а 26 вольт переменного. И тоже мощность 12-15 ватт. И тогда отсюда вы получите 230 переменного. Эта машинка, значит, работает как от постоянного, так и от переменного. И может выдавать как генератор, как постоянный, так и переменный ток. Без всяких проблем. Вот. Поэтому можно делать и так. А мощность тока зависит от скорости вращения вала. При полной, значит, где-то будет больше 500 ватт выдавать. При полной скорости. И напряжение 230. Смотря что подадите. Если на катушку подадите постоянный 12, 230 постоянного. Если переменный, 26 надо переменный. 230 переменного. Вот вкратце. Если есть вопросы, пишите. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.